Республиканский конкурс «Женщина года» уже стал доброй традицией для Беларуси. Ежегодно отличившиеся своей активной жизненной позицией женщины награждаются почетным званием в различных номинациях: успешный руководитель, хозяйка села, материнская слава. На Витебском областном этапе конкурса диплом в номинации «Сердце отдаю людям» получила новополочанка Виктория Черкасова. Для меня это очень было радостно и гордо. Но это уже не первая моя награда. Первая была в 2016 году, где я была человеком года города Новополоцка. В 2022 я была лучшим кардиологом Витебской области. Поэтому это очередная награда. Я очень горда и мне очень приятно. Заведующий кардиологией признается, победа стала для нее большой неожиданностью. Но звание «Женщина года 2023» – безусловно заслуженная многолетним медицинским трудом награда. Ведь это, в первую очередь, про личность, на которую стоит равняться. Виктория Черкасова – одна из них. Новополочанка – не только счастливая супруга и мама, но и настоящий профессионал своего дела. В 1997 году я закончила Витебский орден дружбы народов в медицинский институт, и уже в 1998 году пришла на интернатуру в Новополоцкую городскую больницу, именно в кардиологическое отделение. Чтобы стать кардиологом, шел длительный путь. 5 лет я проработала в нашей кардиореанимации кардиореаниматологом. Потом перешла на должность кардиолога этого отделения. А с 2012 года я стала заведующим кардиологического отделения. У меня есть команда, пришли молодые врачи. То есть логистика в нашей работе выстроена. Мы одна команда, то есть один за всех и все за одного. Виктория Александровна пользуется авторитетом среди коллег. В управлении сочетает строгий нрав и дисциплинированность с пониманием и заботой к своим сотрудникам. Более старшие коллеги вспоминают первые профессиональные шаги Виктории Черкасовой и гордятся своим теперь уже руководителем. Викторию Александровну знаю очень давно. Она еще пришла к нам в отделение молодым доктором, молодым специалистом. Она никогда не стеснялась, если что-то вот не понимала, что-то не знала. Она даже подходила к медицинскому персоналу, к среднему, и спрашивала, что в таких ситуациях вы можете делать. Как и сейчас, доктор, она себя не щадит. Она, если есть, она сделает все не на 100%, а на 200%. В коллективе ее все очень уважают и заслуженно уважают. Она профессионал высочайшего класса. Она как человек очень добропорядочная, ответственная. Со всем коллективом она не просто строгий начальник, она действительно по-человечески подходит каждому. Она очень ответственная. В любое время рабочего дня, ночью, выходной, ей можно позвонить, можно посоветоваться. Для молодого поколения Виктория Александровна – настоящий пример профессионала. Всегда поможет, подскажет и направит в нужное русло. Помогает всегда нам в любой ситуации, при любых обстоятельствах, в любое время. Всегда можно обратиться за помощью, за советом. Это, так сказать, наш отделенческий супергерой, которым всегда придет нам на помощь в любую минуту. Мое личное человеческое к ней отношение, конечно, это выдающаяся женщина, замечательный специалист и просто профессионал своего дела. «Сердце отдаю людям» для кардиолога – особо символичная номинация. Виктория Черкасова не только сама относится к окружающим сердечной теплотой, но и видит, как сердца других открыты перед ней. Елизавета Хатинович, Антон Лещенок, телеканал «Звезда».